Короче, всем привет, мои друзья. Не удивляйтесь появлению голоса в моем видео, так как на это есть причины. Во-первых, это мой самый первый редраф. А во-вторых, это редраф на мой самый первый арт на телефоне. Этот арт был нарисован в 2018. На моем канале вы не увидите спидпейнты по этому арту, так как тогда я еще не снимала спидпейнты. В этом видео вы увидите мой прогресс за 2 года. Приятного просмотра.